У гэтым годзе плануецца сабраць амаль 60 тысяч тонн другасных ресурсаў. У цэлым гэтая лічба супастаўная з леташняй, але сёлета павялічана заданне па зборы адпрацаванага тэхнічнага масла, адходаў электроннага і электрычнага абсталявання, а таксама макулатуры. Менавіта гэты від сыравіны сёння стаў галоўным болем нарыхтоўшчыкаў. За 9 месяцаў яе сабралі толькі 70% ад гадавога задання. Сярод агучаных прычын, якія не садзейнічаюць выкананню задання, называюцца вялікая запазычанасць перапрацоўшчыкаў перад нарыхтоўчымі арганізацыямі і недастатковыя тлумачальныя работы з насельніцтвам. Для того, чтобы собрать макулатуру, надо вовлечь население в этот вопрос, проводить какие-то акции, проводить учебу с населением для раздельного сбора мусора. Потому что мы видим, что часть макулатуры, которая могла бы пойти на переработку, попадает в контейнеры с общими бытовыми отходами. В следующем году при наличии финансирования планируется обеспечить все подворья частного сектора минимум двумя контейнерами для раздельного сбора мусора. Первый контейнер будет для смешанных отходов, второй контейнер для вторичных материальных ресурсов. Яшчэ одно пытанне на парадку дня – пасяджэння гарвыканкама – организация занятости молоді. Значных проблем тут не было, а таму заслуханая справаздача хутчэй размова об сёлетніх напрацоўках. Организаторам сапраўды ёсць чым ганарыцца. Калі летась у Гомелі было сфарміравана 38 молодежных отрадов, то сёлета 88. Лічба тым больш унушальная, что большасць гарадскіх прадпрыемстваў от прыёму отрадов адмовіліся. Нехта спасылаўся на адсутнасць аб'ёмаў работ, нехта казаў аб нежаданні працаваць з моладзю у сувязі з павышаным узроўнем адказнасці. Выйсце знайшлі ў супрацоўніцтве з фермерскімі гаспадаркамі. Помимо традиционных строительных, сервисных отрядов, мы начали плотно сотрудничать с нашими фермерскими хозяйствами, которые прилегают к городу Гомелю, и уже в этом году больше 200 несовершеннолетних ребят трудились как раз таки на уборке ягод, овощей у частных фермерских хозяйств. Я уверен, этот опыт позволит в следующем году как минимум удвоить количество трудоустроенных в летний период детей. И этот действительно опыт оказался полезен как и для нас, так и для фермерских хозяйств, которые так очень нуждаются в короткие сроки убрать достаточно серьезный объем урожая. Олег Сенцюров, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».